Партии справедливой, партии «Единой России». Эти на переправе коней поменяют. За несколько дней до выборов из одной партии выходят, а в другую входят. В Саратове очередная перестановка на политическом поле. Ряды коммунистов и эсеров покинули несколько человек, чтобы вступить в партию ЛДПР. Я как была в оппозиции, так в ней, собственно говоря, и осталась. И, в принципе, у меня ведь и выбор был. Рашкин Валерий Федорович – это мой сосед по подъезду, очень милый человек. Но, тем не менее, я предпочла ЛДПР. Этот юноша рассказывает, что уже успел разочароваться в саратовских коммунистах и променял красный цвет на желто-синюю окраску из-за идейных соображений. Сначала было интересно. Мероприятия, пикеты, обсуждения, бюро. Но потом я стал понимать, что... На деле, на словах у КПРФ одно, на деле другое. Я своими глазами видел, как лидеры КПРФ заигрывают с избирателями. В эту предвыборную кампанию сменить соратников решили многие. Такова тенденция нынешнего избирательного сезона. Больше всего потерь понесло местное отделение КПРФ. Его ряды оставили молодые представители саратовского комсомола. По мнению ребят, сейчас в городе уже нет коммунистической партии. Мы остались верны своим идеям, а вот КПРФ, она предала не только нас, множество других молодых людей. Особенно часто она использует стариков в своих целях, просто как массовка. Она паразитирует на левые идеи. На светлой памяти советских времен. Он тоже ушел от коммунистов, громко хлопнув дверью. Без журналиста Сергея Михайлова ни одни саратовские выборы не обходятся. Он делает их ярче и разнообразнее. В этот раз вместе с патриотами России. Саратовская верхушка Компартии очень сильно напугана тем, что за партию патриотов России сегодня голосуют тысячи и тысячи саратовцев. От такой перемены мест на саратовской политической арене мало что изменится. Мелкие партии продолжают делить членов, а «Единая Россия» – работать. Надежда Новикова, Алексей Чудин, новости «Телеобъектив».